А вот здравствуйте вам, любители шестой Цивы. Это продолжение моего ФФА сериала «За Японию». Если вы смотрите не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка на нее появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. А в чем кайф мумлюков? Лечится все время по 5. Каждый ход. Вау, круто. Вот с этим ученым, знаешь, который... Да, да. Или можно его активировать, я так понимаю, не по 10 будет лечиться. Или как? Я никогда их не проверял. Бля, 132 науки. Просто в два раза больше, чем у ближайшего. Контрят самоблюки. Мне реально надо во всадников идти и все. Всадники и потом идти. Копейщиками с олигархией и карты. А, блин, я феодализм изучил, дурацкий. Содержание юнитов. Плюс 2 к юнитам кавалерии. Плюс 50. Я на самом деле не знаю, как мы должны потом бороться с Халецким. Тут СЦ, ребят. Ну, просто я правда не знаю. Он и по культуре, и по науке намного впереди. У него как бы все очень хорошо. Это японская сила. Ну, может, действительно ставить тут город. Так, пошли в наемник. Торговую республику. Так, ну а здесь... Сколько у меня этих колесниц? Раз, два, три, четыре, пять, а кто шесть. У Лёши в соседях, кроме меня, еще? Поляк. Печально. Да, да, я индонезиец, но индонезиец очень далеко на самом деле. Да я, не, я на самом деле даже ближе, но тут горы вообще непроходимые. Просто цепочка разделяет очень жестко. Странновато, конечно, на ТЦ, я думаю, да. Не, ну это я надеюсь, чтобы я уже не мучился. Я все жду эти 20 ходов. Не, ну я сделаю, как ты скажешь, я схожу в кавалерию. Заберу тебя, раз ты не хочешь. Нет, ты на каве, ты можешь и поляка попробовать забрать. Нет. Зачем? Я с поляком хочу дружочек-пирожочек. Да. Нет, тогда лучше, ну, на рыцарях, чтобы прокачать рыцарей. То есть на рыцарях тебе уже войну объявлять? Мы же с тобой только недавно дружбу заключили. Ну, я могу сказать, ты же на английской играешь? Да. Нет, я на русской. Еще 6 ходов. Блин, может тут фермы поставить для Киото? У меня 28 вход, 200 монет. До наемников. А у арабы рыцари-то есть или только мамлюки? Только мамлюки. Блин, обидно, он настроил себе колясок, а, короче, воспользоваться не может. Может. Ну, что ими пользоваться-то, это смешно. Ну, вот же апаются они в мамлюков. Они разве апаются? Да. Там в чем проблема? Когда все на танке строят коляски, раб будет уже строить мамлюков. И когда в мамлюков выходишь, ты не можешь вот эту фишку делать, когда строишь колесо и апаешь рыцаря, потому что он уникальный юнит строится всегда. Так же, как и с легионерами. Вот все вот уникальные юниты, которые апаются в нынешней мете, они плохие тем, что ты не можешь строить устаревшие юниты и потом апать их. Да, слушайте, надо проекты делать.
Ирландии тилку послал. О, Сандер ко мне пришел. Меня теперь типа будет приносить. А что там у него 12 науки? 7. Самое обидное, что у меня здесь очень неудачное расстояние, города далеко. 8. Идти долго. Я думаю, хватит мне 8. Почему ты решил, что я приму эту сделку? Можешь им меня? Не приму. Не понимаю. Что там монархическое наследие делает? Просто я думаю, что пока... Плюс 50%, нафиг. Таран только не забудь. Амбар не нужен, монумент тут не нужен. Бомбарды, блин. А Женева чья? Там вообще послужит. Давайте откроем военную инженерию, порох. У меня нет послов, потому что ты с ней воюешь. Женевой? Два универа. Женевой не воюю. Ничья, она вообще воюю. Ноль послов. А, со мной послов. А ее никто не нашел. Я думаю, Япония выиграет. Серьезно? Да. А что тебя натолкнуло на такую мысль? Даже не знаю. А почему не получается правительство сменить? Чего фигня? У меня вроде коротко это можно. Ты, наверное, нажал уже закончить ход, отмени. Ты, наверное, уже выбрал эти. Техочки там и называются. Сивики. Не, поклацай, поклацай туда-сюда, закрой, скоро снова должно меняться. Даже если ты выбрал, то правительство меняешь, и все равно можно карты менять. Слушайте, а чего у меня так много науки реально? Не разрешает вам это. Ну, у Японии же двойной бонус от соседства Японии. У тебя же много за соседство. Так это за соседство только районов. А я ставлю города рядом с горами. Это у меня наука, потому что кампуса рядом с горой. Там же плюс еще 100% науки есть, карточка. Ну, карточка, я думаю, все могут в нее выйти, в эту карточку. Просто много, у Японии всегда. Вот смотри, у Фукуоки там кампус 10 науки дают тебе. Блин, ну почему я не могу переключиться на олигархию? Что за хрень? Мне две карточки как раз военные нужны. Не ломай мышку. Это Анриэль кричит? Или кто? Ага. Да, 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 это жесть. Нет, не против. Арат, только на счет 3. Зачем? Затем, что на счет 3 у тебя грузится раньше. У меня вообще пинга дофига. Слушай, тебя попросили посчитать, посчитать. Сандро, да, давай, говорят, на счет. Ара, ты, да, ты, короче, давай убирай мамлюка тогда с этого, с какого? С концентра. Где у тебя ход есть. Короче, дай мне выйти. А, сейчас, подожди. Ну, апать буду, когда наемников открою, естественно. Феодализм ускорился. Слушай, а дикий хомячок на всех кидает. Ты хочешь, чтобы его забанили? Нет, ну он может играть как хочет, но это же не ведет к его победе. Победа переоценена. Алексей, мы дружбу будем продлевать с тобой? Да, конечно. Я все жду, когда ты в союзы выйдешь. Сори, я тут пошел немножко по-другому. Я сейчас остановлю все. Сейчас еще и в эту карточку, во вторую выйдет. Блин, придется я судить. На рынке. А, на рынке? Ну как ты ставишь на соседство кампусов, соседство рынков. И кайф. Справедливо.
Да, кстати, хорошая идея. Давайте гильдии возьмем, потом уже в торговую республику пойдем. Блин, ну тут промышленная зона на плюс 5. Все-таки. Давайте универы. Там с исследовательскими грантами. Надо будет как-то попробовать сыграть на 33%. Насколько игра поменяется. На предпоследней скорости. Если будет такая, как когда у нас вылетали постоянно люди, ты умрешь, потому что когда она закончится. Нет. О. Да и на сетевой умираю, когда постоянно вылетают люди. Я не был на самом деле, я затопил. Я был в прошлой, когда мы не доиграли. И мы там доиграли, но там просто было 12 часов в сумме или 13. Играли. Там был Инвиктус и этот. Инвиктус, Сандро, Грей, Колецкий, я. А я там не влез, понимаешь? Нет, я не хотел. Даже где? Писал, по-моему. Туда. Писал. А почти Грея не было. Прям Махабодхи. Не знаю, в какую-то недавно я не влез. Там был не Фантом, а кто-то. Ну, не важно. Ну, короче, неплохая была игра. Там, конечно, в итоге улетел. Блин, есть чел, у него похоже ник на Грей, на Фантом, а Грей не другое. Карфун? Нет, это короткий ник. Короткий ник тоже. Фрей? Нет. Фрум? Не-не-не, вы сейчас, когда я скажу правильное имя, вы поймете, что я вас не очень хорошо навожу. Но, окей, помнишь? Арат, на счет три. Сейчас, подожди, мне что-то заберет. Сейчас я пока завалю ненадолго. Алексей, я к тебе уже начинаю отправлять. Раз, два, три. Влад, тебя очень плохо слышно. Ой, не универ, я к тебе хотел. Уже отправляю первого торговца. Хотел. И через... Сервисовские гранты еще провести. 7 ходов я буду в союзах. У меня просто нету ни одного города на 10 жителей, поэтому так долго. Черт, ладно. Такой классный Карфаген, вы видите вообще Карфаген? Такой офигенный. Нет. Я вижу, вот, у него 1-4, 1-4, 2-3, и уже этот есть, гавань. Катечка, помнишь, блин, я не успел тут поставить... На и появился Лецкого, где ты играл за Францию, он за перца. Да. Вот кто там? Moonlight, все, я вспомнил, Moonlight, вот Moonlight там был. Там Moonlight. Офига себе, короткое имя. Похожее на Хархеда и Грея. Да, очень похоже. Оно мне просто чем-то связано с Фантомом и Греем. Поэтому я так... Тем, что ты играл в партии, где постоянно есть... Фантом, Moonlight, Грей. Скорее видос смотрел, где они были. Несколько. Блин, какая подстава. Короче, да, там была неплохая игра. Там Moonlight замутил Лёшу. Потом они с Андро его сносили. И в итоге Moonlight улетел. Круто. Но на самом деле мы с Жоржа плохо сыграли, нам, наверное, нужно было вместе. Ну, то есть я просто не строил войска, потому что понимал, что мне никто ничего не сделает. Жоржа пытался воевать, а я не смог ему помочь. Ну, собственно, то же самое ты делаешь и сейчас. Соло я его не снесу, понимаешь? Ну, так его никто не снесет соло, сейчас еще 5 городов получит. Бля, союзик будет? Конечно, военный.
Не знаю, какой ты хочешь. Ну, это... Думаю, лучше культурный или экономический. Еще можно притарабанить эту катапульту, чтобы чуть покачать. Ну, это так, если уже вообще нечего делать. Леша на тебя начал нападать? А чё тут карточки от олигархии нет? Это нормально? А ты построил домик? Подожди. Во время олигархии строишь домик, тогда появляется карточка от олигархии. Если ты построил его при другом правительстве, у тебя другая карточка. Факт, точно. Там гайды от качечки. Ну, это не гайды, это очевидные вещи. Это не очевидные вещи. Прости, Лёша. Очевидные вещи — это ты... Сколько у меня производства и еды дает вот эта клетка? Боже, включи показатель ресурсов и увидишь, сколько будет. Вот это очевидные вещи. А то, что там карточка, вот где? Ну вот серьезно, разве об этом где-то пишется про карточку? Это ж надо выяснить. Ну вот в том-то и дело, что это вот это именно что это не очевидная вещь. Еще не пишется там человеке, что дается карточки, там монументальное сообщение тут с велопедии. Есть с велопедии. Нет. Про карточки темного века? Вообще про карточки эпох. Есть. Там есть эти карточки, во всяком случае, они перечислены. Я думаю. Где? Ну, как дев, там, где ну, все карточки. Ну, скажи-ка, называется, я сейчас посмотрю. Ну, открываешь велопедию. На что писать? Заходишь в эти, в правительство. И вон внизу есть Dark Age с карточкой с политики темного века. Вот, вот они все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Куда заходи, подожди, в правительство? Да. Government, правительство и как там Civic или как там. Вообще у меня есть фоточки всех карточек. Деньги должен. Поляку сколько я должен? Не знаю, где-то 200 или 250. 250. Ты хочешь мне вернуть деньги? Нет. Еще. Ой, я у тебя наоборот попросил. Красиво. Хороший развод, хороший развод. Спасибо, качечка. Теперь ты стал громко. Сейчас, внезапно. Я говорю, это вот этот баг, я не знаю, что это за держи, проблема. Держи, я поляк. Драйвера переставлю. Так, и еще кто-то мне давал 50. Трипхуана, да? Нет? Было дело. А я тебе давал ресурсы лошадь. Лошадей. Ну, можешь забрать ее сейчас. Лошадь и этот, счастье я тебе давал еще. Ну, получишь кофе, там есть где-то кофе. Ему надо обработать. Кофе. А у тебя все есть, что у меня есть. Сейчас еще и города твои будут. Там всего по полтора района. Это лучше, чем еще. Гарлем просто от безысходности поставлен. Там нельзя было. Я вот думаю, просто может его как-то нет, удалить. Убивай, убивай. А чего? Ну у него гавани есть, с другой нет, стороны. 9 ходов еще. А, 9 ходов. Ты в 2D глянь, там она еще не достроилась. Да. Кампус, конечно. Ну, я вот смотрю, я вроде как не сильно уступаю Алексею по кампусам, по количеству, но по качеству, конечно, очень сильно уступаю. Это за счет золотого. Во-первых, а золотой еще? Век, ну, героический век у меня, то есть у меня еще ж наука сейчас валит от коммерческих районов. А какой у тебя вообще дефолтный бонус на науку? Никакого. Никакого.
У меня идет больше. Смотри, я взял вольнодумство. Это дает бонус за соседство центра коммерции гавани, дает не только золото, но и науку. Вот, например, у меня есть центр коммерции на плюс 6. То есть 6 науки. Считаем или нет? Я сейчас, кстати, могу даже посмотреть, сколько у меня науки и чисто от центров коммерции идет сейчас. Блин. 5, 11, 2, 3, 14, 18, 22, 25. 25 науки чисто от центров коммерции. Неплохо. Это без карты пока не стыщу. Это ж без карты, да? Да. Ну и компуса у него все под 10. А, подожди, я уже открыл карту. Не знаю, не все, вот я вижу там 10, там еще один должен быть 10. Вот. Очень хорошее соседство в Японии. Так, давайте еще одного, когда купим рабочего. Или мне уже Японию, именно в этой игре. Всегда. Если ты близко ставишь города и районами забафываешь друг друга, то давайте я куплю кампус на плюс 3, можно где угодно поставить. Еще. Просто три района. И вот теперь меня... По центр города поставил, театралку, центр коммерции ромбом построил, все. Ну, смотрите, у меня сейчас плюс 140, да, должно стать где-то 160. Да, 167. У тебя тут есть хоть один центр коммерции на плюс 6. Это же невозможно сделать. Качечка, когда у нас там конец нашей дружбы? Почему невозможно? Ну, пока проиграл. Нельзя сделать на плюс 6. У меня, короче, тайл один заспаунился чисто в окружении гор. Вторым радиусом от города. Я знал, ты сидел. Коммерции там на плюс 6 построил? Не, коммерции, кампус. Не, кампус типа не так сложно, с коммерцией нереально. Ой, тут плюс 6. Кто из кто больше взял? Я. Ты только сейчас берешь пантеон? Нет, нет, я спрашиваю. А что дает из корабля, если не секрет? Очки берут людей. В два раза больше. Да, я понял. Нет, в два раза больше. Плюс один. Плюс один. Плюс один от каждого кампуса или всего плюс один? В каждом городе. В каждом кампусе. И каждой театральной площади. Еще священному месту. Не, ну мне камень нормально зашел, в целом меня устраивает. У меня камня просто очень много. Скоро провести... пойду играть в Warcraft. Молит, в священное место проведу, чтобы быстрее тут основать религию. Да, давно. Я вот неделю почти не играл в WoW, и прям с 18-м грустно заходить в игру. 120-й взять легко, там сейчас фармлю репутацию. Может, чеченицу построить? За счет квеста или вот этих на островах? А там World Quest, там прикольно, они по всему, по обеим островам появляются, и ты качаешь реп. Ну и плюс шмотки дают за них. Хорошо. Типа как в Легионе, когда ты на острове воевал? Я не знаю, как в Легионе было. Тебе просто дается квест, за который дают тебе шмотку, реку, артефакт. Красиво. Вот этот качаешь. Ты когда 120-й берешь, и братишка сказал, надо брать, чтобы делать эти квесты быстро. Ну я вот 118-й. Считаем или нет? Ну еще не... Нет, можешь ходить. Ты падаешь, что ли, Тони Трель? Да нет. Просто так сказал, можешь ходить, а потом, может, тебя уже сносят. Ну, я жду, пока у меня армия подойдет, чтобы убивать. Обманул Качечка, еще ход. Еще ход? А, там нулевой ход, да, должен быть? Да, ноль ходов до конца. Обманул. Так ты подъезжай поближе, не стесняйся. Так я уже стою, куда еще ближе? Под Тюльбург вообще, там же еще две клетки. Тюльбург.
Тюльпушка, там тюлька у меня просто обработана. Алексей, какой ты хочешь союз? Экономический. О, приехали мамлюки, Лёша, ё-моё. Я не успеваю. Повидел. Блин, даже лучник. Ты не дефаешь, да, мамлюку? Ну почему, он один пока? Так может это всё, это единство? Ну наверное, так и есть. Я тогда могу от него дефаться. Так, что тут могу взять? О, как раз наемники. Давайте следующим ходом апнус в арбалеты. Своих рыцарей апнус, значит. Вот так. Так, что там с ученым? Ага. Немец тоже сделал проект. У Мамлюков есть проекты. Бонус на урон или только на хил? А не то просто лечится все. Самое такое. 4 хода, подождите. Ну если он не делает проект, не то так я... и опасно звучит. Так они не опасные вообще. А я на хорошо чисто для ДД. Да, да, вообще круто. Но они как рыцари только лечатся. Очень прикольно. Знаешь, там побил город, и не надо отступать, еще раз бьешь. Или тоже проект сделать, блин. Ну, исследовательские гранты, я имею в виду. Да, как у тебя там вообще дела с наукой и со всем остальным? Ну, пока терпи... Сколько у Лёши? 170. 170? Ну, особо... Особо... Такие люди до 280 разгоняли. 80-ми. Гайды, гайды, гайды. Это не я делал. Ну, тут на воде делается так. Так он на суше не сможет. Почему на воде? Из-за гавани? Да. Когда гавани и коммерческий район стоят треугольником на реке, ну, золото много дают. Ну да. И когда в золотой гидрический выходишь, там науки соответственно. Ну, в Японии еще больше, там же не по 0,5, а по одному. То есть ставишь треугольник, по 8 они, по-моему, там, по сколько, по 6, по 7. Рейну садишь с прокачкой, какая. А он у тебя кладет там на Арнем нападает или куда, просто чтоб тебе не мешать он... качечка за... с ним воевать? Рост. Он в военкомат приехал одним мамлюком. Теша. Поляк, ты вышел в союз или что? Без захода. Блин, ты не трель. Что ты делаешь с микрофоном, брат? Сколько еще ходов до союза? Два хода. Русский придет, поможешь. Посвящение ускорено. Русский есть. Сколько у него культуры? Науки, вернее. Мало. Ну. Где-то между. То есть, вот это как бы яркий пример того, что как бы. ФФА вот здесь просто качечки все изговняли, конечно. Он мог хорошо с этим местом и развиться, и получить бонусы, но... Мы могли тебя как бы даже хотя бы поддерживать. Да, да. Это а теперь все уже как бы... Ну это как тогда, когда с Сандра было, помнишь? Там не такая, конечно, ситуация вообще. Там хоть основания были. А тут... Сандра, когда он меня заявил? Когда... Нет, когда я немножко темп замедлил, если кто-то опоздал там, тоже с Лёшей. Это когда ты за Горго, по-моему, был, да? Это? Да, когда я убил на конях немца. Да, вот эта игра. Ай. Так, стоп, он уехал. Так что я буду дефать столицу. Зачем тебе столица? Warcraft не, так ну... и манит. Да, 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 так и есть. Не, ну у меня есть подозрение, что мы без этой игровки будем играть, потому что... У меня есть подозрение, что мы сейчас скрапнемся. Я просто смотрю на японца, и мне страшно. Мне его особо некак забирать. Я смотрю на его города, ближе ко мне. Там в одном месте одну клетку проход, в другом месте реки.
Ну да, если ты даже Такамацу как-то возьмешь, то дальше... Ну, я не знаю, да, как дальше идти. Тут притом не важно, чем я буду идти. И количество. О, золото кончилось. Долги раздал. Ну, тогда спидран. Слышишь, индонезиец? Слышу. Я же так понимаю, что ты Халецкого, ну, кроме как посушишь, вообще никак не можешь, да, засыпать? У него же все на суше. Ну, смотри, вот тут как бы гора. Не, это я знаю. Я имею в виду, что типа. Я понимаю, что ты по суше по факту не можешь, и по воде таким ты не можешь. Есть высокая гора, да? Гора, да? И у него вот правая его часть, она тоже горами отгорожена. Да, там вижу, есть там еще кусок суши. Да, там огромный кусок суши. Там этот. Пиапитахи, две ГГшки, реки, он туда даже не идет. Я вижу, я же там сейчас гуляю, а ты не видишь меня, там гуляю сейчас с прачником. На, Леш, тебе подарок. Спасибо. Я, наверное, все равно бы ее потом увидел как-нибудь. Ну да, да, ну а че? Что, ты ему показал Женеву, да? Да. Лёша, ты Махенджидара нашел? Нет. Ну и не ищи, у тебя так много культуры. Не, ну серьезно, я тоже как бы немножко в офигее, потому что, типа, у меня столько науки, у меня больше всех науки и культуры, вообще не используя даже никакие города-государства. Единственное, вот Вавилон, там, три посла и все. Но это мне реально не так много дает, как могло бы. Я понимаю. Катечка, зачем ты же не его перекупаешь? Я сейчас умру, она вернется, держу. Ну ладно, короче, ты больше не закидывай послов, я тебе дам чуть-чуть это с нее поиметь, а потом это отожму. Да я же умираю уже. Да он не шутит, он реально умирает. Я уже 2 часа как умираю, на самом деле, или сколько моих... Ну, просто мне пока одного посла не хватает, я ни тебе, ни себе, короче, на самом деле, тебя ставлю. На самом деле, уже 3.5 часа прошло. Мне все равно, да, то есть я сейчас умру, и твои послы вернутся. Нет, ничего. Слушай, мамлюк, фу, блин. Араб, мы договорились считать, ну что это за фигня? Ну прошло там время уже много. Слушай, да? У меня загружается позже. Мы с тобой еще когда в эту и рубили. Можешь говорить, когда... У меня позже. Да все время, все время. Тише, можешь, не кричите, спокойно, спокойно. Это не трель, ну действительно. Сказал, предупреждай. Я сказал, что мы считаем, кроме тихо, одного хода. Это не трель, сказал, это не трель, послушай. В конце хода просто напоминаем, мы считаем. Играем по счету и поиграем по счету. Напоминай, то есть человек тоже не обязан об этом помнить. Ну, на самом деле это все проблемы вот этой загрузки цивилизации дурацкой. В пятерке, да. По-моему, нормально было. Ну, ждало, почему? В пятерке тоже есть эти фаст-клик, которые... Ну да, там как бы... Нет. Зато я думаю, что именно из-за этого в шестерке все-таки меньше вылетов. Благодаря этому. То есть ну, определенный рассинхрон имеется, и благодаря этому, типа, люди меньше вылетают. Алексей, я тебе там кинул предложение. Ой, русский привет. А стрельни по рыцарю из города. Здорово. Не могу. Почему? Не появляется. Не появляется. Почему? Я не знаю. Просто. Вот, есть сейчас. Отбывает, бегает выстрелы, да? С города. Да, бывает. Ну, больно, 22 урона, больно. Можно еще так сделать. Ну, что началось-то? Да ладно. Как ты тварь маленькая, голландская, а? Да ладно. Не, да лучше, чем я буду в дефе просто стоять. Блин, это был мой породистый скакон. Харсмен. Скакун-харсмен? Да.
кто забрал ученого, это инженера на чудеса? Не я. Я забрал. Ну ладно. На самом деле немец хорошего ученого еще одного забрал. Инженера именно. Да, он инженера и ученого. Самое прикольное, что я до сих пор Магнуса не взял. То есть там была такая атака из пяти мечей, на которую даже Магнуса было жалко тратить. Так, сколько у меня катапульт? Получится прохалявить хоть чуть-чуть. Слышишь, Тани Трейл, а тебе очень нужно? Нет, пока не будем открывать тогда. Сюзеренская держава. Вон там третья катапульта. А ты что предлагаешь? Давайте три катапульты, может, мне хватит пока. Я хочу туда просто 6 посадить. Всадников. А, 6 сажаний, вопрос. Женева крутая. Сколько ты в мире? Вообще хорошо. Да. Flowers. От Алексея, значит, бонус, по идее, даже если бы у него были посты, бы не давало. Ну, Алексей надо мной жалился, а я тут его, это... Но я не буду в дефе стоять. Да ладно, не-не-не, Качечка, надо воевать. Я против того, что, типа, вот так сдаваться. Воюй, убивай юнитов, гусей моих режь. Читаем? Да, да. Угу. А мы считаем, Леш? Как хочешь, я не думаю, что... Считай, давай. Я не хочу. Тут важно это. Сейчас, закрыть. Угу. Ребят, знаете, что мне есть напомнить? У нас не готов упомянуто. Что ты атаковал? Сорян, у меня это на кнопку атака была. Даже не посчитал. Ну, атакуй ты тебя чуть-чуть. Обманул тебя, да, гад? Вот. Сам вопит, а еще и такое творит. Что мы не обсудили, Фантом? Банга, рекарнация, венецианки. Они забанены, я вроде. Забанены, конечно, это же по правилам. Ну что, атакуй там моего рыцаря. Нет. Что ты атакуй? Не, просто я в, в этом в событии не вижу игрований, пантеонов, пропуска великих людей, стандартные запреты. Забанены. Я просто раньше копировал, все было красиво. Этот раз сам написал и видишь, слабо. Ну, ладно, я доверяю. Не, ну если кто-то ну, типа они же везде забанены. Всадник второго уровня, прям. Так я ж навоевал. Надо убить его. Там влево от Тилбурга что-то есть еще, Качечка? Не, или... не, все. Там когда-то был город, но уже. Народ, там есть кому-нибудь денег? Так, он пока постоит. Кидай у меня мне. Здесь. Хотя нет, нет. Мне кажется, что ты и араба смог забрать. Но... Здесь место неудобно. Я подбегаю, тут скульптором-то мешается. И это, мне его не окружить, ничего. У меня уже видит, в принципе, норм, чтобы защищаться. Ну тут, короче, с другой стороны надо подойти. А с другой я тоже не могу. Опять это гребаный Торонто не дает. Я уже думал купить его юниты. Да что-то, блин, столько денег, а толку от этих юнитов никакого. В общем, не знаю, что делать. Тони Трейл, дай мамлюкам отойди, ты атаковал тогда раньше. Я же тогда шел своим мамлюком. Ты мне стены снес. Да, я хочу мамлюкам отойди. Чё ты хочешь? Видишь, там мамлюк стоит. На втором уровне. Короче, то, что я случайно, я это просто проверил, кнопка работает, нет, и получилось, что это ход пошел. У меня просто на атаку отдельные кнопки стоят по мышке. Иногда глючит. Короче, не суть. Ты меня тоже тогда нехило, кстати, обманул.
Потому что ты бы тогда стены не снес, если бы я успел. Боже, да. Короче, считай квиты, так что это. Обе на раз, все. Поляк, союз не хочешь? Ты немец. Кстати, да. Поляк, да, союз. Немец, не хочу. Завязочка, я думаю, немцы будут сносить. Вам на Илюшу не трогать. Так ты понимаешь, что я ничего ему не сделаю. Ты, я могу тебе скриншот скинуть, я не могу ничего ему сделать. Это так. У нас даже города, ну, действительно, с его места проход не очень. Ой, это невозможно просто. То есть единственный, кто меня не мог проблемы создавать, это Качечка. Но спасибо арабу. Не повезло, не фартануло. Нет, это реально, то есть по факту. У нас с Качечкой просто вот ровное поле такое, ну, доска, даже холмов нету. Просто иди и нападай. По факту, да. То есть. Ставим. Да. Сандра своим нападением по факту. Точнее, нет, можешь это. По лесскому. Бывает. Бывает в жизни огорчение, да? Кому Сандро, кому печенье. Хотя, давай, считай. Блин, подняк. Ладно. Немец, я, в принципе, в ближайшие ходы не нападаю, но я... Рано или поздно мне, скорее всего, придется, если ко мне... Так, еще раз. Олигархическое наследие работает на... конных юнитов или нет? Нет, нет. Отлично. А ты говорил, работает. Карточка я темного говорю. Века работает. Понял. А, это да, да? Плюс 4 что, да? Я не понял, но соглашусь. Да, ну какая там карточка темного века? Карточка темного века, она работает. Что, а что она забирает? Что она забирает? Скилл. Скилл забирает. А. Да, на чужой территории как бы. А я на своей был, мне пофиг. Ну тут для защиты, да, хорошо. На мечах не продавить, вот если там чуть денег дадут тебе, то... Лёша, надо как-то активнее. Что 8, такое? 8 ходов пикинёры. Понял. Сейчас вертолёты прилетят. Так, сколько у всадников? Очень интересная новость. Давай. На карте есть Канди. 5, 6. Канди это 5, что? Это 7, Лигия, да? 8. За сюзеренство. Следующим ходом, наверное, тогда 9 всадников у меня будет. Чудо дает реликвию. Классно. И это, конечно, я могу Лёшу и Лигия победить. Не, ну просто за Польшу очень мощная религия. Да, это очень классно. И просто я уверен, что чудеса ты не все нашел. Я пока 2, по-моему, нашел. Русского Фион есть. Кстати, у нас еще есть на карте русский, может он сюда сможет. Если он успеет строить, то возможно. Ты точно успеешь, тебе никто не может помешать. Ты где-то там один сидишь, я даже не знаю где. Ты где-то очень... Ну, честно, я даже не представляю, где ты находишься, как бы, и... Где тебе японцу к тебе ехать тоже очень далеко, значит. Но, с другой стороны, японец, как бы, может захватить... Сейчас он заберет Качечку, потом тут есть рядом я, поэтому... Даже если что бы ты мне делал... Захватит Саладина, мы с этим. Саладина... Я там под ним жил. Ну, впрочем, со мной воевать. Да, ему проще уже просто танки зарашить, да и все. Просто если бы араб сейчас не выходил в свои долбанные раш качечки, мы бы так торговали классно. А он, по-моему, всех подряд пошел бить, да? О, дикий хомячок. Не, поляк, у тебя сейчас ситуация, ты должен тоже кого-то захватывать, пока мы в союзе, и усиливаться. То есть, если ты хочешь сидеть просто и... Русский, я там тебя жду, смотри, пожалуйста.
Блин, как у тебя только 66 науки? Ну ты чего, не гони. Держи, друг. Ты мою территорию видишь? Ну, я тут в одном месте я немножко ошибся, в одном. Точнее, даже не то, чтобы ошибся, ну, короче, глупо сделал. Ну, считай, в целом... 66 науки. Да, уже да. За 4 кампуса вокруг театра, это центр коммерции. Производственный я понял, я так не сделал. На горы надеялся. Да. И культуру у меня эй, больше. Эй, ты сильно много лечишься, Лёша, чё за фигня? В каком смысле? Не знаю, такие цифры какие-то вылетели. Какие были? Я не видел сейчас просто. Давай, считай. Сейчас закроем. О, бимбирда. Раз, два, три. Зацепил тем, что я в золото не вышел, хотя мог. Так, ладно. Давайте, значит, военная наука и нарезные стволы сразу идем. А, че тебя пикинеры не пугают? Денег на нету. Ну, я тебе в этот раз не смогу помочь. Я бы хотел, но нет. О, это уже серьезно. А ты знаешь, где поленка, Лёш? Нет. Ты бы мог ее освободить. Окей. Ты хочешь ему всеми способами помочь, да? Блин, этот грёбаный воин Торонто, хоть войну ему объявляет. Блин, да. А если я Торонто войну объявлю, то что будет? Ну, он у меня сюзерен, а потом я его освобожу после того, как его захватили. Послы вернутся, нет? Лёша. Ну, послы не вернутся, но у тебя будет 6 послов после освобождения. Лёша, что? По-моему, мой мечник с твоей кавалерией решили подружиться под ногой. Да. Это... Через The Shift Enter, наверное, или чем? Как он так стал? Не знаю. Это предатель! Он, говорит, предал родину. Может, он... Хочет может, в Японию. Может, он цыган и просто сейчас украдет коней. Цыган? Это... Там у нас есть цыган. О, так тут серьезно. Ну. Значит, вот Германия вроде там что-то может. Может. А я сейчас посмотрю по этим очкам. А у кого искра? У Германии? Нет? Нет. У кого? Польша со мной дружить не хочет. Так что Германия ничего не может. Я еще думаю. Все могут. Но не уверен. Поделю тебя города достаточно не слабая. Чё сейчас Халецкий построит эти? Я не знаю, я чувствую, считаем? Что в этом ходу можно будет голосовать. Да. Угу. Что я построю? Университеты. Я уже построил. А, да? Я просто вот не вижу там... Я вижу один твой кампус. Из Фукуоки.
Надо же было эту книгопечатание ускорить. Давай, считаю. Сейчас же. Не загрузилось? Нет еще. Вот только загрузилось. Раз, два, три. Как ты три быстро сказал? Раз, два, три. Да. Моментально. Четыре. Да, я тоже так почувствовал. Вы по очереди считаете-то. Ай! Тебя душит Халецкий. Нет, город Тильбург отваливается. Так, бонус соседства, дальше. И он тут серьезно. Учетные банки. Серьезно тут. И... Вот это я, наверное, уберу. Давайте содержание юнитов поставим. Ну и пока скидку на улучшение. Я, по-моему, еще не всех тут апнул. Мне еще всадника, катапульту. Золото максимум куда? Давайте, крат. А еще кто-нибудь денег может дать? Русские предложения. А кто это страдает от араба еще раз? Это-то не трель, он мейкер. Союза. Нет, я не знаю, где ты. Как он нам справа сможет? От тебя море переплыви. Стрипхуана, где там предложение? Не могу. Плюс 5. Ну придется просто ставить. И нету времени, если ничего убирать. Просто нету времени. Благодарю. Сколько там Тилбург? Ну, отвалится, ладно. А вот где Трипхувана. Сейчас я считаю. Национализм. 10 ходов. Нет, 10. 14 ходов национализма. Я слышу, как все. Даже когда загрузишься. Да. Загрузился, считай. Раз, два. Это ты слишком быстро три сказал. Ай!
Блин. Всеми проатаковал. Всеми, да. Не успел апнуться. Качка, зачем так сексуально делать это? Держи себя в руках. Еще обидно, вот знаешь, когда на тебя нападает чувак, портит тебе все развитие, ты от него отбиваешься, а потом к тебе просто приходит так вот забирают, как я тебе. Ну, так обычно и делают, но к этому надо стремиться. Ну, с твоей стороны. Можно еще помочь тому чуваку, знаешь, да? Ну, я тебе помогал. Двоих потом забрать, да, да. Все по флешкую. А ты влево ездил, ты вообще знаешь, где араб находится? Без понятия. Я только твои города вижу, и все. Прикольно. Там далеко-далеко. Есть араб. Причем Хатиния — это молодой город. Он уже там в ходу на 60-м был поставлен. Вот. Он в Багдаде, допустим, проапался и без дороги шел. Шел. Блин, не хватает денег. Там в золото выходите. Асечка, не зевай. Я разочарование, понимаешь? Понимаю тебя. А почему Россия лавры не строит? Не хочет. Потому что негде. Или не могу. Выбирай одну из двух. Можно было одну хотя бы построить религию. Или... Зачем? Первого писателя еще. Могу построить. Эту лавру в одном единственном городе, в котором у меня совсем нет желания туда пихать. Что там и так все по районам плохо. Туда лавра еще одна не влезет. Тундра. Да. Больше ты понимаешь, что если ты сейчас на меня нападешь, но ты с этого ничего не выиграешь. Ну, во-первых, у нас еще дружба. А Вавилон уже у Алексея. Там хотела на Вавилон, но нормально даже. Да это не больно. Ты так намекаешь, что мне нужно Вавилон пойти забрать? Ну, вообще я думал его захватывать, потому что мне как бы селиться не было некуда, но... Потом от тебя такое стадо коней пришло, что... Давай, считай ты. Сейчас я Лука, дальше. Лука, как-то подальше от микрофона сядь, потому что ты вот прям в него так говоришь, а то... Так лучше? Я промазал! Фу! Я промазал! Нет! Раз, два, три. Ну, давай еще чем-нибудь. Все. Да все. Блин. Ну и апнуться этого не смогу. Лошадь, видишь, ускакала. Так ты вон ту лошадь убежавшую стукни. Чувствую себя Византией. А я себя турком не чувствую. Зря. Что говорит Катечка? Зря. Ты не хочешь принимать? Почему я принял?
Чем вы там загоняетесь уже? Блин, мне так хочется посмотреть территорию араба. Там, наверное, какая-то имба летейшая. Почему? Не знаю. О, а из Эльковина можешь обстрелять? Да? Давай. А, он уже стрелял в начале хода в ту лошадь, которая убежала. Блин. Переживай, я ударю тебя копьем. Следующим ходом вначале тебя все постреляют. Нет, я убегу. Только трусы убегают. Да? Халецкий, ты в танк идешь? Нет, под лодки. Буду с моря атаковать. Так, ну мне надо Амстердам как-то захватить, чтобы Тилбург не отвалился. Захвати, у тебя Бимбирда стоит. Кто стоит? Бимбирда. Я думаю, тебе можно забирать его. Оу, тебя в иудаизм обращают, Лёш. Это моя религия. А, это твоя? Блин, а что такое классное не забрали? А что вы забрали? А, ну тоже классное забрали, ладно. На этом пока все. Продолжение должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!